существует элементов данного порядка. Без этого мне будет трудно эту теорию доказать. Вернее, так, у нее есть два большущих доказательства. Сегодня я на лекции успею сказать доказательства с использованием функции Эйлера. Итак, определение. Функция Эйлера от натурального числа n – это количество несократимых дробей вида m разделить на n, где m от единицы до n. Другими словами, функция Эйлера – это просто-напросто количество элементов мультипликативной группы вычетов по модулю n. Давайте объясняться. Вот когда мы берем, скажем, число 6, то у двойки и шести есть общий делитель 2. У трех и шести есть общий делитель 3. У четырех и шести есть общий делитель 2. Соответственно, есть только два числа – единица и пятерка, которые взаимно просты с 6. Поэтому функция Эйлера от 6 – это 2. Вот. Чему равна функция Эйлера от простого числа p? P минус 1. Потому что все числа от единицы до p минус 1 взаимно просты с числом p. Чему равна функция Эйлера от какой-то степени числа простого числа p? Очень легко понять. Выписываем все числа от единицы до p в степени n и говорим, что среди них плохие – это те, которые делятся на p. Ну, то есть надо выбросить числа p, 2p и так далее, p в степени n. То есть каждое p – это число надо выбросить. Ну, замечательно. Значит, надо из p в степени n выкинуть p эту часть. Ну, другими словами, это будет p в степени n минус p в степени n. Вот. А сейчас лемма для доказательства теоремы о существовании пряморакатного кода. Если порядок числа А равен К и если число М взаимно просто с числом К, то порядок числа А в степени m тоже равен k. То есть если вы возводите число в степень взаимно простую с порядком, то на самом деле ничего особенного не придает. Это очень легко объяснить. Вот смотрите, что значит порядок равен k? Это значит, у меня есть числа 1, а в квадрате, а в k минус 1 степени, они все разные. И а в каждой степени это единица. Отлично. Я возвожу в m-ную степень. Ну, для тех, кто понимает геометрию, у меня есть на самом деле правильный колокольник, а я хожу такими диагоналями все время одной и той же длины. Для тех, кто не хочет это понимать, очень просто. Если я беру число а в степени m и возвожу его в степень k, то это то же самое, что а в степени k. То есть а в степени km. То есть а в степени k в степени m. То есть 1 в степени m. То есть 1. Согласитесь, это очевидно. Да? Все сомнения могут это разумеется. И вот здесь тоже было, по-моему, отлично. Значит, число а в степени m при возведении в каждую степень, безусловно, даст единицу. Ну, предположим, что оно чуть раньше. То есть есть какое-то другое число L, которое меньше, чем K, и обладающее тем замечательным свойством, что A в степени M в степени L сравнимо с единицей по модулю P. Но, ребята, что это такое? То есть A в степени M L. Значит, A в степени M L – это единица. Но K порядок. Значит, M L должно делиться на k. Но если у меня m и k взаимно просты, то это означает, что l делится на k. Все, доказал. А раз я это доказал, то
получается замечательная вещь. Как только есть какой-то элемент порядка k, то есть и элементы вида а в степени m. И их в точности фи от k шлых. То есть вместе с каждым элементом порядка k есть еще фи от k элементов такого порядка. И замечательно. Вот теперь еще одна лемма, и мы докажем это. Нам же поставить лемму. Если вы берете любое натуральное число n, все его делители, для каждого делителя вычисляете функцию Эйлера и все это складываете, то получаете опять число n. Ну, давайте я... Справедливо, ребята, первый раз встречаюсь вот с функцией, не очень понятно, на самом деле, о чем речь. Но как только вы поймете эти обозначения, сразу все станет очевидно. Давайте я возьму, например, число n равно 20. Господа, какие в принципе бывают делители у числа 20? Как вы считаете? Один бывает? Два. Четыре. Что еще бывает? Пять бывает. Что еще бывает? Десять бывает. Еще что бывает? 20. А вот сейчас надо взять... Просто выписать по определению, что такое фи от n. Вот и что такое фи от единицы? Есть единственная дробь на свете, одна первая. Со знаменателем 1 числитель взаимно просто не превосходит единицу. Что такое функция Эйлера от двойки? Это тоже единица, потому что такая дробь единица, одна вторая. Здесь дробей уже две. Это 1/4 и 3/4. Для 5 еще хуже. Это 1/5, 2/5, 3/5 и 4/5. Для 10 1/10, 3/10, 4 не бывает, 5 не бывает, 6 не бывает, 7/10 и 9/10. Замечаете? Для 20. Здесь совсем беда будет. Здесь совсем много чисел. 1/20, 3/20. 7/20, что бывает еще, 9/20, 11/20, 13/20, 17/20 и 19/20. Замечательно. А теперь, господа, посмотрите, пожалуйста, что я могу сделать. Я могу вот это записать как 20/20. Это как 10/20. Это как 5/20 и 15/20. Может, я даже не буду. Везде надо просто привести дроби к знаменателю 20. Все, теперь доказано. Потому что любая дробь со знаменателем 20 единственным образом превращается в несократимую дробь. Понятно? И, значит, будет учтена на соответствующем этаже. Вот, господа, ровно так же доказывается теорема о припеве. Когда у вас выписаны все дроби, 1n, 2n, 3n и так далее, nn, то их n штук. Вот написано, n штук. Каждую такую дробь можно, сократив, если надо, превратить в несократимую. Там будет какой-то знаменатель d. Этот знаменатель d — это делитель числа n. Сколько будет таких дробей на d? Фи от d штук.